Фельдмаршал Халифа Хафтар ищет союзников. За два дня до международной конференции по Ливии в Берлине командующий ливийской национальной армией и фактически лидер восточной части страны заручился поддержкой Греции. Афины, которые не были приглашены в Берлин, призвали страны ЕС не признавать соглашение между Анкарой и Триполи о разграничении морских зон. Наша общая европейская позиция признает меморандумы, подписанные правительством Сараджа и Турции, как не имеющие законной силы. Поэтому, как европейская страна, мы ожидаем, что Германия будет выражать и продвигать европейскую позицию на встрече в Берлине. Прошлогоднее соглашение между Анкарой и Триполи не признает исключительной экономической зоны вокруг греческих островов, находящихся между Турцией и Ливией. Афины подтвердили фельдмаршалу Хафтару, что Греция наложит вето на любое соглашение ЕС по Ливии, если оно не будет исходить из недействительности турецко-ливийского меморандума. В воскресной Берлинской конференции примет участие президент России Владимир Путин. 13 января на организованной им встрече в Москве Хафтар и Сарадж не смогли найти общего языка. Стали обвинять друг друга. Пока отношения между ними очень напряженные. Они даже не хотят в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом. Хафтар не подписал соглашение о перемирии из-за успешного наступления своей армии на Триполи, но в пятницу он выразил готовность вновь посетить Москву для переговоров.